003 003 и продаю! Продаю! Ты что, я продал за 03? Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я зашел на аккаунт ТикТака. Я взломал его аккаунт. И прямо сегодня на аккаунте я буду делать все, что я захочу. Потому, ребята, если вы стоите, то лучше присядьте, потому что сегодня будет очень горячо. Прожмите огромнейший лайк за такой крутой контент. Обязательно подпишитесь. Ну что же, а мы начинаем. Поехали, ребята. Это тот самый легендарный аккаунт ТикТака, на котором есть стычки Хармони. Ну давайте вначале посмотрим, что же у него за аккаунт. Во-первых, я вижу, у него новая ID. У него аватарочка лысый ТикТак. Дорогой ты мой, поменяй аватарочку. Так, ребят, поменяем аватарочку на бомбочку. Ну, чисто, чтобы ТикТак понимал. Дальше, ребят, меняем ник. ТикТак, ну как-то не очень. Давайте напишем Пенч. Хотя, не-не-не, Пенч это тоже, это, знаете, это слишком по-доброму. Давайте лучше старый Пенч. Просто представьте, он заходит на аккаунт, видит старый Пенч, он думает, а, меня взломали, что произошло? А нет, дорогой ты мой, это всего лишь стента ПК. Так, смотрим кланы, у ТикТака клан под названием Пенчи. Ха-ха! Идет ник старый Пенч! Ля, да это же просто идеально! Я только что заметил, то, что у ТикТака... Что? Так, я протру глаза, у ТикТака 200 косарей голды? ТикТок? Дорогой ты мой, ты откуда всю эту голду там взял? Ё-моё, ребята, мне ж немножко стало плоховатенько. Так, ну чё, пацаны, давайте посмотрим, насколько же ТикТак киберспортсмен. Так, ребят, смотри, третий сезон, все по нулям, ни одной игры в соревновательном режиме. Во втором сезоне, тоже все по нулям, в союзниках, все по нулям, все по нулям. Алё, дорогой ТикТок, ты вообще все на два играл? Зато 24 кд! Ребята, а вдруг там ТикТак скачал какие-то программки? Откуда у него такое высокое кд? И у него на этом аккаунте всего лишь 70 часов онлайна. Чего? Ребята, я просто в шоках. Так, ну чё, теперь давайте посмотрим, сколько у него друзей. Друзей у него 87 друзей, но не так-то и много. Читаем личные сообщения. Ой-ой-ой. Прими заявку, друзья, твой подписчик в 1 на 1. Братан, принимаю. Пенч! Ха-ха! Пенч, у тебя стояк пишут! Блин, мне что реально интересно посмотреть, что же пишут ТикТаку. О, пишет Веля. Веля, здорово, братан. Я твой подписчик на голды пожи. Блин, Веля, я думал, ты богатый, ничего себе. Так, а то что? Пенч, год дуэль на 20к или застал? А, грибоед? Посмотрите, каждое второе сообщение ему пишут Пенч, 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 Пенч. Прими заявку, ПЖ, 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 ПЖ. Так, ребята, я считаю, что ТикТак сильно наглый. И у него, посмотрите, не усилил максимум, да? ТикТак, не наглей, дорогой ты мой. Давайте возьмем ФПС немножко поменьше. 120 ФПС, а то играет 165, как мажор. А ты подумал про нас, про обычных пацанов. Все, 100 ФПС тебе хватит. Так, ну чего, ребят, а теперь мы прямо сейчас будем наводить суету на его аккаунте. Вы готовы? Ау, ау, поехали! Ну что же, ребята, что же мы видим? Тычки Хармони! А давайте-ка я прямо сейчас продам тычки Хармони за 0.3! А чё бы нет? А давайте продам. Пишу 0.03. 0.03. И продаю! Да ладно, ладно, ребят, вообще, да не, просто ТикТак после такого со мной точно дружить не будет, ну, ребята, не-не-не. Что же мы тут видим? Две пары перчаток, ничего себе, ТикТак. Ё-моё, у ТикТака тоже есть эти тычки, обалдеть. И при этом самое интересное то, что у него тычки, которые стоят 500 000 голды, но при этом у него вот это вот задрипанное АВМ с наклейкой за три голды. ТикТак, ну ты как-то, ну не солидно, дорогой ты мой, не солидненько. Также у ТикТака очень много легендарочек. Слушай, а может мы сделаем секретный крафтик? Слушай, ну для крафта немножко не хватает скинов. А мы вот прям сейчас зайдем сюда и немножко прикупим легендарочек. Так, покупаем, покупаем. Ну, ребят, ну аккаунт же ТикТака, ну нам же не жалко, ребята. ТикТаку надо делиться, понимаете? Я как Робин Гуд забираю богатых, отдаю бедным. Ну что, пацаны, погнали делать секретный крафт на секретном аккаунте ТикТака. Так, 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 вот это все мы скрафтим. Ну шо, ребята, я сейчас говорю волшебное заклинание, и после этого делаю крафт. Ах, авай, махалай, пинчу пыль, в рот попадай. Все, пацаны, погнали делать секреты крафтики, нам выпадает, закрывай глазки. Эмочка, сумурай, так, и сколько она стоит, а ну-ка.
а что, дешево? 630 голды, так мы в минусе получается. Но ничего страшного. Блин, прикиньте, у ТикТака было ровно 200 тысяч голды, а теперь у него 199. ТикТак, извини, это все я. О, также у него куча обычных легендарок. Ну давайте на еще один крафт сделаем. Не, ну я не хотел, ребят, но ТикТак сам напросился. Ну зачем покупать так много легендарок? Все, ТикТак, я не хотел, ты сам напросился. Опа, иди сюда, эмочка, поползам. Да, оу, оу, оу. Так, все, ребят, все хорошо. Листаем дальше, листаем дальше. Слушайте, я думаю, у него вот, смотрите, какой у него фаб некрасивый, да? Он его даже применил. А давайте-ка мы вот это его единственный фаб, с которым он играет, продадим за 0.3. Буду играть без скина. Идеально. ТикТак, ну ты не обижайся, я говорю сразу. Это все шутка, братан, это все шутка. Ну как шутка? Такие шутки в зуба промежутки, но тем не менее, это все шутка. Так, что ж мы еще продадим? Дигл Орочи. Ай-яй-яй-яй-яй. По диглу-то, братик, у тебя отмена. Мы его тоже продадим за 0.03. Дигл, до свидания. До свидания, Дигл. Мы сейчас подкрываем кисточки на аккаунте ТикТока. Не, ну, ребят, ну а что такое? Сразу три шап-кисточка. Ау, полетели. Та ты шо. А прикиньте, мы ему тычки выбьем. Так, это не тычки, это легендарка. Походу, ребят, у нас будет еще один крафт. Так, открываем шарп-кейсичек номер 2, и нам выпадает обратно легендарка, ребят, ну сегодня реально наш день. Если еще выпадает еще раз, третий раз легендарка, я покупаю еще шарп-кейсички. Так, и что, нападает? Ах, блин, ТикТак, повезло. Стикер-бум! А давайте мы куда-то приклеим. Ля. Сейчас мы приклеим стикер-бум, который стоит, на секундочку, сколько он стоит, а ну-ка. 870 голды! Я просто возьму и куда-то его приклею. Так, мы его приклеим на АВМ стикер-бум. Ха-ха! Так, ну ты не обижайся, это все Ареза по-дружески, дорогой ты мой. Пух! Приклеили. Ну, ребят, не, ну, напишите ваше мнение, как по мне стало гораздо красивее. Также, мне кажется, у ТикТака слишком мало скинов. Ну, ребята, ну что это такое? Ну, все в школе будут смеяться. Давайте мы прямо сейчас. Так, какие ТикТак любят скины? Давайте подумаем. С Диглом он не играет, потому что он пинч. С М60 не играет, потому что он пипа. С МП7 не играет, потому что у него 3 СМ. FNFall, Acid Carbon. О, вот этот скин идеально подойдет для ТикТака. Ну что, мы еще купим 10 штук? Не. 10 штук, это слишком мало, 100 штук, ха! 100 штучек, братик, ну я надеюсь, он не будет злиться, они дешевые. Покупаем. Ребят, я отвечаю, я сейчас буду в шоке, если я еще куплю что-то с наклейкой. Ну что, купили? Ой-ой-ой, вот это инвентарь. Вот это я понимаю, дорогой ты мой. Также у ТикТока есть две пары перчаток. А давайте мы так снимем. Оп, все. Все, дети, будут играть без перчаток. Дальше. G2Z Frostfarm. Тоже снимем. Будет играть без этого G2Z. Это такой мажор. Статрекс ты купил, да? Пусть поиграть, как обычные люди. Сейчас я ему куплю сам обычный G2Z. Тут это ТикТак, ребята, уже совсем сожрался. G2Z Scale, все. Я что-то не понял. У ТикТака есть один АКР Некромансер, также есть АКР Тахкинг. Ребята, у меня есть идея. А давайте-ка мы от этих скинов избавимся, потому что мне кажется, ТикТаку они просто-напросто не нужны. Продаем за 50 голды. Вот так. Мне кажется, ТикТак будет злиться, но я хочу продать эмочку Баблжан. Так, она стоит 237 голды, но мы ее продадим за 2.37. Ну просто точечку поставим не в том месте. Все. До свидания. Кому-то очень сильно повезло. А кому-то, как ТикТаку, нет. Выбираем, ребята, Rival Collection. И прямо сейчас мы, ребята, сделаем просто тупо шок-контент. Вот они. Опа, покупаем раз. Опа, покупаем два. Опа, покупаем три. Ну, не повезло тебе. Хотя, мало ли еще какая-то аркана выпадет. Но я думаю, вряд ли. Ну что, ТикТак. Что же выпадает-то на аккаунте ТикТака? Ой-ой-ой. АКР Некромансер, прикиньте. Я не понял. Идеально нам как раз хватает на крафтик. Делаем крафт. Блин, правда тут дорогие наклейки, но ничего страшного. Пух! Файмсен вином. Мы только что успешно простерили, но как минимум косарь голды. Так, идем открывать дальше. Поехали. Надеюсь, ТикТак тебе повезет. Но если тебе не повезет, дружище, сорян. Так. Блин, я думал, что опять АКР Некромансер. ТикТак очень сильно везет, ему реально выпадают одни легендарки. Так, аркана. Ну, сегодня будет аркана или нет, чтобы вы понимали? Аркана нема. Зато попадает Desert Eagle Dragon Glass. И у нас остается последний Rival Кейсчик. Аркана! Не выпадай! Это же аккаунт ТикТака, а зачем нам аркана на аккаунте ТикТака? Может, мы прямо сейчас ZNP-35 Iron им купим?
И так штук так 50. Ну а чё бы нет. Знаете, ТикТок будет снимать видео. Дошел с комонки до Арканы. Потому что у него сколько этих комонок, что просто капец. У него уже их 150 штук. Так, теперь давайте проверим. Мы наклейку споймали или нет? Хоть где-то наклейка есть? Наклеечка! Как говорится, мы все просрали. Дорогой ТикТок, не повезло. Опа. Крафт, крафт, давайте еще, ребят, вот я обожаю крафт, не знаю как вы, вот напишите, пожалуйста, в чате, что вы любите больше, например, открывать кисточки или делать крафты, потому что не знаю как вы, ребят, но я тупо кайфую, делаем крафтики, опа, все, ТикТок, вот смотрите, с этим G22, я предлагаю, давайте немножко попокупаем ему скины какие-то, давайте купим такие скины, которые он бы точно никогда в жизни не купил, вот какая коллекция самая страшная, скорпион, 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 ну что, ребята, погнали прямо сейчас немножко потратим голду ТикТока, я зашел на самую некрасивую коллекцию под названием скорпион коллекция, дальше я зашел на самый некрасивый G22 карбон, и прямо сейчас я буду покупать G22 карбоны с наклейками, например, снеговичок, нормально купили, так что мы еще купим, АВ мастер, и так же любит играть на ВМах. Идеально так! Опа, наклеечка 5 years. Ему она очень нравится. Их тоже покупаем. Ну, ТикТоку все нравится. Так, что мы еще купим? О, креветка. ТикТок вроде любит креветочки. Тоже купим, ребята. Говорится, чем больше, тем лучше. Блин, вообще в идеале было бы, знаете, купить там голды за 200. Какие-то, вот, знаете, максимально страшные, некрасивые наклейки. Вот давайте мы долистаем, ребят, сам вниз. О, о! За 200 голды, это же будет сумасшедшим! ТикТок, для тебя моря и океаны, для тебя G22 карбон с плохими наклейками, для тебя ТикТок, ты пинч. Ауф! Я вот так вот, ребят, думаю, а может быть мы один фурис кисточек откроем, потому что я так подумал, ну голда-то не моя. Можно же немножко, ребята, немножко же побаловаться, немножко купили. Блин, ничего себе не подорожали, 400 голды, буквально полгода их можно, полгода назад их можно было купить за 100 голды. Ну что, ТикТок, возможно тебе повезет, но это вряд ли. Так, давай. Лендорка! Не пол, лендорочка, не погоника. Сколько она стоит? Она стоит целых 40 голды. Ага, то есть мы просерили 360 голды. Так, короче, ребята, посмотрите, что мы сделали с его аккаунтом. И знаете что? А давайте-ка мы запрячем его тычки. Давайте, ребята, я прямо сейчас запрячу его тычки. Я их выставлю на рынок за 1, 2, 3. Ровно за 1 миллион голды. И погнали прямо сейчас, ребята, позвоним ТикТоку и скажем то, что я взломал его аккаунт, и он мне больше не друг. И посмотрим, как же у него будет гореть. Погнали! 5 minutes later. Ребята, ТикТок прямо сейчас находится в ванной! Он в ванной! Все, погнали его набирать. Он пишет, я в ванной. Все, набираю. Так, звоню. Алло, ты тут? Алло. Ты тут? Я решил тебя наказать. Ты же гонишь, я в ванной, чувак, что такое? Что такое? Я тебе сейчас включаю демонстрацию экрана, смотри. Я тебе включаю дымочку, посмотри, что такое. Не понял. А? Я не... Ты сделал? Это мой аккаунт? Ты прикалываешься, алло? Это тебе за то, что ты говорил, что я Пеппа! Я не Пеппа! Запомни это. Выйди с аккаунта, быстро выйди с аккаунта. Это за то, что ты назвал меня Пеппой. Кто Пеппа? Кто Пеппа? А ты посмотри, тычков нету. А тычков нету, посмотри. Тычки пропали. Их нет. Нет, тычки мои, алло. Нету тычков. Я продал 0.3. Ты сейчас, ты рофлишь? Ты что, реально 0.3 продал, алло? Алло? Ну, вообще, да, я рофлю. Это был пранк! Поздравляю! Я чуть не обосрался, алло. Брат, я тебе голду, конечно, отдам. Просто так сказать, чтобы больше меня Пеппа не называл, хорошо? Ну ладно, пенч. Ну что же, ребята, вот такая была реакция у ТикТока. Я надеюсь, она вам понравилась, потому что это было очень смешно. Обязательно прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И напишите, кого взломать дальше. Также, ребята, если вы хотите совершенно бесплатно получить вот эти вот перчатки, то, пожалуйста, прямо в эту секунду подпишитесь на мой YouTube-канал и на мою телегу. Ссылочка, ребята, есть в описании. Перешли, подписались, и вы получаете какие-то перчатки на халяву.